Всем привет, друзья, с вами Димбос, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Да, мы опять вернулись, босс вернулся в эту игру, хоть я в ней прям не очень, но ладно. Так, сегодня мы будем пытаться проходить потихоньку Майнкрафт, и не так медленно, как обычно. Попробуем, я напоминаю, главное слово. Так, добываем дерево. Все, верстак скрафтил. Так, теперь переделываем 5 доски. Это мы делаем палки. Вот так. Давайте, у нас мало времени. И на всякий случай топор. Хоть у нас, конечно, на самом деле много времени, но на всякий случай будем торопиться. Ну, не спидран, конечно, но... Что? Что? Чего я точно не ожидал, это вот этого. Вот это. Круто. Так. Трофер, это не мое. Где? Где? Кто я? А вот. Стоп, нет, это не он. Где я, как будто бы рядом, но Калабанга. Так, ладно, стоп, а где мои вещи? Где мои вещи? Они не здесь. Ладно, я там кое-что увидел. Давайте мы добудем земли. Да, уголь нам понадобится. Скрафтим кирочку сейчас. Ты... Мне показалось, это какой-то монстр. Также мы должны пойти в шахту, потому что там есть кое-что очень интересное. Вот такое, я не знаю, я пока что не буду говорить, что. Раз, два, три. Решил заснять быстро в Майнкрафт. Сразу же умираешь. Не, ну прикольно. Так, берем все, переделаем доски. Это крафтим верстак. Ставим верстак. Дальше вот так. Дальше вот так. Вот так. Палок много не бывает. Кирка, чтобы добывать. Земля, чтобы ставить. А также топор, чтобы топорить. А также собирать верстаки, которые у меня обычно теряются. Так, уже есть уголь. Вот, теперь есть. Круто. Добываем камень. Так. Все, у нас есть. Теперь ставим вот так. Крафтим каменную себе кирку. Побольше палочек. Печку.
теперь идем. Это будет наша еда. Да, как вы поняли, я играю на версии 1.18. Рыбки. Рыбки плавают в пруду, не поймаешь ни одну. Рыбки плавают в болоте, значит мы сидим в капоте. Вот, вы видите что там? Если не видите, сейчас покажу. Что сказать? Рыбки плавают в пруду, не поймаешь ни одну. Не знаю, что я только что сказал. Что-то, наверное, мудрое. Да, круто. Круто. Не, ну вот такие декорации, ну, это грех пропустить их. Так, железка. Стоп, если мы добудем много достаточно железа, мы сможем собрать их алмазы. Надеюсь, мы их не потеряем. А также можно мне чуть-чуть ягод? Естественно. Забыл, что ты подлянка. Да хва... Ладно. Допустим. Нет. Нет. Беги. Беги, Димбус, беги. Кто ты? Ты кто? Я тебя видеть. А, ясно. Ты. Ясно. Надеюсь, он за мной не идет. Да, он за мной не идет. Круто. Зачем здесь срублено, я не знаю. Соберем сладких, или какие они там, ягоды эти. Какая разница, просто ягоды. Ох, будет много у меня сейчас декораций. Ох, как много. Я не знаю, это... Это удачное выживание. Удачное, очень выживание. Очень-очень-очень удачное выживание. Шахту найти в начале первой серии. Ладно, это, ну, может быть, может случиться. Но чтоб найти вот такую шахту, где есть алмазы на старте игры. Не, ну это уже читерно. Простите, то, что я тут вам вообще всю красоту испортил. Просто пришел, забрал все. Я теперь себя каким-то разбойником чувствую. Я обворовал здесь все. А где? Где алмазы? Где алмазы? А, вот они. Мои хорошие. Сколько у вас? Два. Ну, смотрите, два как минимум. Я могу что-нибудь скрафтить? Нет, не могу. А, стоп, я... Ладно. Боже, какие текстуры алмазов. Давай, совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Куй железа! Рыбки плавают в пруду, не поймаешь ни одну. Да. 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 Я надеюсь, она мне в инвентарь. Спасибо, бог Майнкрафта, за такой щедрый подарок. Можно было, конечно, больше, но мне и этого хватает. Так. Будем еще что-нибудь искать. Хей-ю. Только мышь летучая прилетела. Ах.
Я за вас, я сначала вас, конечно, совсем ненавидел, потому что я хотела, чтобы вместо вас был ледолок, но уж простите меня, но вы такие крутые все же. Давай, ты должен в воде быть. Я не знаю, где у тебя тут рот, я... Ладно, самоубийцы они такие. Не хочешь ко мне домой пойти, а? Ясно, не хочешь. Так, а где-то здесь я видел пещеры. Ты думаешь, я тебя не вижу? Ты думаешь, ты самый умный? Ладно, в этом смысле ты, да, самый умный. Самый умный по самоубийству. Ну, только на втором месте, потому что есть еще... Ну, даже на третьем я есть. Это первое место. Я, конечно, умираю всегда в Майнкрафте самым первым. Рыбка. Даже на четвертом-то. Дальше рыбка. Ну и дальше как вон. Светящийся спрут. Насчет обычных спрутов не знаю. Золото. Золото. Не, ну... Видите? Вот, сам убийца. Что сказать? Я его пытался спасти. Это не моя вина. Так. Не, ну знаете, знаете... Почему вы... Ладно. Зачем вы... Вот эта пещера, она очень похожа на пещеру из видео там. Это не реклама канала там никакого. Просто люблю его посмотреть. Не иногда, конечно, она очень часто. Канал Алан Бейкер. Кто не знает, посмотрите. Кто знает, надеюсь, вам нравится. Потому что это, ну, просто для меня божественный канал. Стикманов. Люблю. Битвы. Люблю. Анимации. Люблю. Почему у меня и есть одна на канале анимация? Совсем недолгая, 8 или 10 секунд. Кто не видел, посмотрите. Нет. Ладно. 10. Круто. Ладно. Что у нас тут? Ты думаешь, я тебя не вижу? Ты думаешь, ты скрытный? Нет, ты не скрытный. Право. Паркур. Сколько? А куда я вообще забираюсь? Естественно. Привет. Нет. Моя прелесть. Стоп, это что, лианы? Стоп. Лианы? Лианы? А вы тут что делаете? Мне кажется, то, что я просто нуб какой-то в Майнкрафте. Я просто в этих ваших обновлениях уже достаточно плохо разбираюсь. Но вот обновление Creator, ладно, такого обновления не было. Он же с начала игры был, да? Ну, вроде да. Чего он так на меня смотрит? Он моей смерти хочет. Ну, да, он хочет моей смерти, это и так было понятно. Калабанга! Стоп, или ты дружелюбный? Он самоубийца. Ну да, я так и подозревал. Даже не смейте кто-то сзади подойти и скинуть меня. Ну так вот, почему я про Алана Бейкера говорю. Там, короче, есть видос у него один. Вот с такими пещерами. Пышными вроде бы называется. Ах, какие частицы. Мне он достаточно понравился, да. Стоп! Если на Redstone наступишь, он тоже загорится? Я думала, только когда ты его ударишь. Ну, ударишь Redstone.
Ну, вы поняли. На самом деле, я когда захожу на версию 1.18, я чувствовал такое легенькое совсем подлагивание. То есть не как обычно все. Крипер! Даже не смей подходить ко мне. Я тебе по щечке. Так, вот здесь вроде бы шахта была. Ты здесь? А, ну ладно. А, вот ты где. Стоп, а что это? Это глина. Так, с такими темпами я умру уже. Стоп, это глина. Глина вот так спала. Чего мы дожили? Глина спала. Аксолотль! А, так вы не самоубийца, да? Или вы самоубиваетесь из-за того, что у вас мучают они? Знаете, что я сейчас сделаю? Сейчас на аватарочку пойдет видоса. Так, как это надо делать? Опа. Ну да, как-то... Ну не. Так, вот все. Где мне достать еды? В прямом смысле достать, потому что мне надо прыгать за едой. Нет! Еда. Срочно еда. Ладно, знаете, я больше ненавижу не криперов. Крипера, ну, конечно, достаю. Вот кого я больше ненавижу! Нет! 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 Вы даже не смеете! Нет! Нет, 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 я это так просто не оставлю. Вы у меня сейчас будете плясать. Плясать? В прямом смысле. Не надо меня было злить. Когда я злой, я злой. А когда я злой, я злой. Где эта шахта? Где вы? Не прячьтесь от меня. Почему вы прячетесь? А? Почему вы прячетесь от меня? Где вы? Я все равно вас найду. Скорее, подбираем все мои вещи. Так, а их уже нет здесь? А у чего больше? У кирки 4 ур. Так. Где мы? Вот видите, не надо меня злить. Ай! Я прям пробегаю, когда у меня... Потом опять лук скелета. Вот они, Майнкрафт как будто бы меня слышит. Я только говорю, потому что я больше ненавижу не криперов, а скелетов. Он сразу же мне добавляет скелета. А потом типа их убирает, и, типа ты про что вообще говоришь, здесь нету никаких скелетов. Ах, ладно. Но признаться, я обратно подобрал. Вот, кстати, причина, почему я иногда... Ну вот прям совсем не хочу идти в шахту. Ты вызываешь, например, Романа? Потом ты понимаешь, что далеко зашел, встречаешь скелета. Умираешь и теряешь алмаз. И это обиднее. То есть обидно не то, что у тебя нету алмазов, и ты их не можешь никак найти. Это не так обидно. Вот обидно, когда ты их нашел, а потом их теряешь.
Ладно. Окей. Так, ну я никого больше здесь на самом деле найти не могу. Давайте потихоньку, может, будем выбираться. Как-нибудь потихоньку. Вот здесь есть железо, например. Железо нам нужно. Железо нужно. А, теперь я понял, почему здесь глина. Как его, в этих биомах же, вроде бы, этих пушистых, или как их там называют, пещер, у них там глина спавнится повсюду. Вроде бы так. Опа. Не, ну, еды у нас хватает. Так, где бы мне еще найти всяких ресурсов? А, вот железо. И золото. О, под водой. В этом камни еще, я не помню, как они называются. Глубинный сланец, короче. Или как он тебя звать? Ну, вы поняли, такой глубинный камень. Как его зовут? Глубинный сланец, да. Я угадал. Я просто Неркина очень давно смотрел. И там рассказывал, как называется. Сначала вроде бы по-другому. Как он назывался? Какой-то пещерный камень или... Я не помню. Сейчас вот глубинный сланец. Угу. Так, еще железо. Железный монстр. Ну, видите, я же сказал, это будет быстрое прохождение. Что? Что? Сейчас бы у меня был скин кота, он у меня будет. Ну вот будем слушать. Просто забираем все, что здесь есть. Ну ладно, кое-что мы... Все, теперь все нормально. Нитки. Седло. Блин, я так много мусора набрал. Ладно, что-нибудь надо оставить. Вот. Так. Нету алмазов. Да зачем мне это надо? Включаем режим ловушки Джокера. Yes. Заканчиваем режим ловушки Джокера. Хотели меня заскамить. Димбосса еще никто не скамил. Димбосс. Бывал на Диком Западе. Ладно, нет, не бывал, но примерно понимаем, где это. Самая быстрая рука на Диком Западе. Так. Мне лучше так не прыгать. Ауч. И запутаюсь в этих пещерах скоро. Ладно, я уже запутался. Я, кажется, знаю, что делать. Так, я не помню вообще. F3? Ой-ой-ой, что за... Что это такое? Я никогда вот в этом не разбирался. Ну, вот прям совсем. А от слова совсем. Где координаты? Скажите мне, пожалуйста.
Слушайте, мне кажется, я нашел где-то. На самом деле, я совсем не понимаю, вот где координаты. Мне кажется, там, где написано XYZ. Ну, ладно, сейчас сфоткаю. На всякий случай побольше. Все, теперь мы сюда сможем вернуться. А пока... Вернуться, кстати, не только за... Как вы? За пещерами. Мы сможем вернуться еще за едой. Так, давайте сейчас землю использовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, полезно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А почему здесь колотый глубинный сланец? А где обычный глубинный сланец? Кто вообще такой сланец? Я, конечно, понимаю это название глубинный сланец, но на самом деле я не знаю, что такое сланец. 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 Не, вообще не знаю. У меня закончилось. А, теперь туф. Туф. Это камень. Обычно в море там, ну, это я не знаю, как в реальной жизни, в Майнкрафте это так работает. То, что в море, ты там можешь копаться, копаться, копаться. Или просто плавать. И там бац, какой-то купол из туфа. Это так ты можешь аметистовые желы, или как они там называются, очень просто находить. Они обычно, на самом деле, я их совсем не использую, но можно использовать для какого? Для подзорной трубы. Ну, я не знаю. Я ей никогда не пользуюсь. Я не знаю. Напишите в комментариях, вы вообще ей пользуетесь? Не, ну иногда, конечно, может она пригодится. Не знаю, но я думаю, то, что она пригодится, вот, например, если вы там с друзьями играешь. Не знаю, ты там построил огромный корабль, и там для украшений, или просто ты там смотришь. Ага, вот мой друг там через подзорную трубу. Я не знаю для чего. Так, давайте быстренько выкапываемся. А пока я выкапываюсь, у тебя очень сложная миссия. Я надеюсь, ты с ней справишься. Тебе нужно за это время, пока я выкапываюсь, поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Я надеюсь, ты справишься с этим. У тебя есть время, пока я не выкопаюсь. Ой, я уже очень близко. Здесь земля пошла. Скорее. Нет, еще не земля. Ладно, надеюсь, ты успел поставить лайк, но это было очень крипово, когда на меня упали глыбы гравия. Так. Да, свобода. И мне как-то не очень хочется на свободу, потому что я вижу то, что там мухи. О, я примерно выбрался в то место, куда я и хотел. Привет, курочки. А что? Да, конечно, жаль, я не взял аксолотли, но мы туда еще вернемся, поверьте. О, нет! Фух. Это было очень страшно. Прям очень. Фух. Так, что у меня есть? Ага, пластинка. Пластинка, это очень важно. Пластинку будем носить вот так.
Я, кстати, не помню, как она звучит. Я на самом деле никогда пластинки не слушал в Майнкрафте. Это реально моя настоящая история. Я никогда не слушал пластинки в Майнкрафте. Я не знаю, почему, но да. Ну что ж, на этом моменте мы будем заканчивать этот видос. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Димбос. Всем удачи, всем пока-пока.